Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить Снайпер Элит 4. Так, ну что у нас за задание здесь? Уничтожьте тайник. Поехали. Так, до ближайшей цели у нас тут 100 метров, да? Опа-на, слишком много знаков вопросов. Значит, здесь где-то бегают фрицы, и я их, в принципе, вижу. Куда это они побежали? Так, а ну-ка, братки, расслабьтесь маленько. Сейчас я вас буду истреблять. Так, куда присел, а? Ладно. Тогда давайте действовать немножечко по-другому. Ага, вот она, вся ихняя шайка-лейка здесь собралась. Ну-ка. Да какого лешего не убил, а? Нормуль. Ух ты, легкое пробили. Так, давай, спускайтесь. Сейчас я вас тут... Черт, мимо. Блин, блинский. Все, ребята, они у меня из поля зрения вышли. Машину я не могу, к сожалению, подбить. Да и вообще здесь нечего взорвать. Есть только один вариант продвигаться, естественно, туда, к ним. Давайте-ка вот здесь мы посмотрим, что есть. Я вижу тут бочки. Может быть, что из боеприпасов найдем? Костерок горит. Хорошо. Так, это что такое у нас? Просто доска. Опа-на, что-то вижу здесь. Так, документы, две гранаты. Дайте-ка бумаги возьму. Ну и, в принципе, тут все, больше ничего нету. Вот только аптечка и растяжка. Ну, по-моему, у меня полный боекомплект. Ага, полный боекомплект. Как бы не так, все пригодилось. Так, 77 метров у нас до цели. И это я не могу понять, что там. Машина какая-то у нас, да? Никого не видно. Да, машина с боеприпасами, по ходу дела. И нам нужно ее ликвидировать. Ага, захотел спрятаться. Прощай, дружище. Ё-моё, не завидую. Не завидую, печень, да? Да, именно печень. Получил анчивку «Скрытый боец». Ну, наверное, теперь они меня здесь пропалили, да? Ну, где, кто? Хоть одна душа, вылези. Затихарились, гаденыши. Такое впечатление, что они меня выманивают к себе. Блин, как бы мне эту машину взорвать, а? Я не вижу у нее бака. Чтобы можно было бы стрельнуть, и она взорвалась. Эх, ладно, давайте... По-другому маленько сделаем. А тут, кстати, можно и пройти. Смотрите, забора-то нету. Так что... Еще, смотрите, навес такой у них сделан. Защитный. Специально от авианалетов. Но... Что тут можно бомбануть? Так, вижу цель. Ну что же, ребята, давайте, наверное... Уничтожать потихоньку. Да что с прицелом? Почему он так ерзает? Отлично. Да ну как вот так вот может быть? Я не понимаю вот этого. Я же прям в него стрелял. Вот это вот зря было сделано, конечно. Сейчас меня точно обнаружат. Они, наверное, уже видят, где я. Хотя нет, смотрите. Тупят помаленьку. На, получи, гаденыш. Ё-моё, даже каска не спасла. Выстрел в глаз. Так, ну все, теперь меня раскрыли, это точно. Так, куда он там бежит? Бежит куда-то. Так, кто там у них перезаряжается, надо выслеживать обязательно. Кто за мной следит? Я никого пока... Ага, вижу. На-ка, уродец. Еще разок. Все. Готовченко. Нам нужно добраться до тайника. Во что бы то ни стало. Но кто-то здесь стреляет по мне. Не могу понять, кто. Ага, может быть, вот этот вот гаденыш. Отлично, это ты хорошо там спрятался, молодец. Сейчас мы тебе немножко черепушку-то. Ну, вот так вот. Слушайте, ребят, я не понимаю, что происходит. Но с первого раза они почему-то не падают. В чем суть? Ума не приложу.
в бронежилетах типа бегают. Но извините меня, у меня снайперская винтовка. Я целюсь в уязвимые места. Да кто там? Да тут вроде чисто, никого нету. Где у этой машины бензобак, вы мне скажите? Его просто нету. Ну что ты мне, дружище, дашь? Думаю, я собрал все, что мог. Отлично. Давай, Васек, пошли быстрее. Где у этой машины? Нету, ребят, представляете, нету. Значит, надо каким-то другим способом ее взрывать. А как? Может быть, если я бомбану... А, вот он с этой стороны, оказывается. Хе-хе. Давайте в радиатор. Вот так вот. Какая разница, да, что в бензобак, что в радиатор. Главное, что сейчас взорвется она. Так, ребят, засуетились, засуетились. Отличная эти уроды. Отличная работа, скажу я себе. Вася, у нас всегда отличная работа, когда мы работаем в паре. Найдите и уничтожьте тайник с боеприпасами. Еще где-то тайник, что ли, не пойму. Ага, значит, где-то здесь. Похоже, осведомитель Уивера был прав. Это должно быть главный склад боеприпасов. Надо ликвидировать. Ну, мы этим и займемся. Пора сняться с места. Так, Вася, чешем отсюда, чешем, чешем. Кто там за мной палит? Ёлки-палки. Довольно неплохо. Ну что, два задания мы уже сделали. Отличная работа, скажу я себе. Правда, они были побочными, но тем не менее. Разрушьте орудие на ЖД-платформе. Вот это наше основное. Да что ж такое, что с прицелом, а? Где-то бегает. Где-то напротив меня, но я его не вижу пока. Хотя по карте отмечен. Вот он, гад. Сидит. На-ка. Шикарно. Выстрел в голову. Так, и где-то вот здесь еще. Интересно, где он может быть? За деревом, что ли, там прячется? Слушайте, ребят, я подошел практически вплотную. Но я его не вижу. В кустах, что ли, там залег? Да не, навряд ли. Идет поиск меня. Хм, странно. А, вот он, елки-палки. Из-за дерева не было видно. Да получи. В печень. Капрал 4-го ранга я получил, ребята. Улучшенный поиск. И, значит, еще один у нас будет вот в этом складе. Тихо, тихо, тихо. Ага, нет, вот он, вот он, вот он бежит. Заныкался, Малорик, сейчас я тебе здесь и нахлобучу. Скорее всего, так оно и будет. Вот он вылез. Ну, давай еще раз улыбнись. Ох, елки ты палки. Какой он делает кульбит. Через голову. Ну что же, и последний у нас. Я на него прямо бегу. Где-то здесь недалеко должен быть. Как обычно, ныкается, да? Неужели в доме? Кстати, у меня тут за... Ага, вот он прыгает. Попрыгун. Тихо, тихо, тихо. Ребят, это какой-то наводчик с рацией. Вот так вот. В сердце ему попал. Да что такое? Я думал, что все. Вон, 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 бегает. Бегает гаденыш. Вот и все. Так, ладно, Ванек, давай, хватит тут дурковать. Нам еще нужно... Блин, я думал, последняя цель. Ничего подобного. Их здесь еще много. Так, вот где он тут? Ныкается опять, да? Ну что же, улыбнись тогда, браток. Шикарно должно быть. Чпок!
Просто мясо. Оу, ребята, а вот у нас и основное задание. Орудие на ЖД. Так, здесь надо быть аккуратненько, наверное. Так, бочку можешь взорвать эту. Почему? Почему-то не взорвалась. Но зато меня раскрыли. Чтобы перелезть. Ага, я думал, что за выстрел-то постоянно. Это вот это орудие как раз и стреляет. Тихо ты там, расстрелялся, упырь. На-ка. Еще разок. Улыбнись. Да какого лешего, нифига, три патрона надо в сандале, чтобы его прибить. Вот так. Чё-то нифига она не взорвалась. Эта установка. Слушайте, бочка-то была совсем далеко. Эх ты, красавчик, куда бежишь-то? Даже двое здесь. Ну-ка, давай навскидочку. Вот так. Оба лежат там, кайфуют. Слушайте, надо, ребята, вот этого вот ближайшего, наверное, зарезать, я думаю. Ха-ча. Беспощадно. Может быть, баллон этот взорвать, а? Так, этот от кровотечения. Ладно, ребят, ничего не будем делать. Наверное, будем с вами продвигаться. Мне нужно взорвать эту установку. Хотя врагов, смотрите, здесь по карте очень много. На данный момент пятеро. Ну, я не вижу никого. Ну, где вы там, упыри, вылазьте? Слушайте, а может быть перелезть мне под составом? Здесь больше нечего искать. На ту сторону, а? Какой-то бред, нет никого. Слушайте, они что, под низом, что ли, где-то бегают, а? Разрушьте оружие, да? Слушайте, они где-то внизу бегают, получается. Здесь-то их нету. Да какой, блин, бинокль? Идет поиск врага. Они меня ищут. Но где-то внизу. А как же мне тогда получается уничтожить вот эту вот установку? Я думал, может быть, заложить где-то взрывчатку. Но ничего такого здесь не увидел. Забраться наверх я тоже не могу. Может быть, с той стороны это у нас получится. Надо как-то туда перебраться. Потому что здесь бесполезно. Так, давай. Отлично. Вон бегает, а? Смотри, смотри. Далеко собрался-то, сынок? Ну. Блин. Я думал, что он... А теперь тоже пофиг. Это что там такое? Ядрить его на корень. Танк, что ли, какой-то стоит. Нафиг, нафиг. О, здесь можно залезть. Так, давай, Ваня, залазим. И теперь сюда. А как нам сюда попасть-то? Прыгнуть. Ну, где этот козел там, а? Спрятался. Ух ты. На-ка. Стрельба навскидку. 100% попадание. Ну это все хорошо. А как мне взорвать эту установку-то? Блин, ё-моё. Чё за бред? Не пойму. Ничего нету. Ну знаете, как раньше можно было устанавливать там взрыв-пакет. Здесь такого я почему-то не вижу. Оу, ну еще лучше. Давайте отсюда сматываться. Сейчас начнется обстрел. Слушай, а может быть они и взорвут? Орудие-то это, нет? Да ну! Пофиг, абсолютно. Главное, указано, что до цели мне 47 метров. Я не врублюсь, где оно находится. Именно вот эта точка.
Так, погоди-ка. Ползет гаденыш. Черт, промазал. Отлично. Да блин. Улыбнись, придурок. Прям в сердце, ё-моё. Так, у нас цель показывается куда-то вниз. Вот оно чё. Внизу там какие-то у нас платформы. Значит, нам надо идти туда. Так, кто опять тут выслеживает меня? Ладно, хорошо, ребят, давайте тогда мы будем с вами, наверное, спускаться. Да что за... Черт подери! Блин, никого не вижу, кто-то стреляет. Что тут вообще? Ага, вижу, теперь я его обнаружил. Куда он там присел? Упырь, на-ка! Еще один здесь. Да тут он не один, ё-моё, да чё такое-то? Ну-ка давайте-ка. Где мы там начнем? Ага, отсюда, ладно. Ну, по крайней мере, я понял. Да ну нафиг! Откуда стреляют? Я ума не приложу. Да спускайся ты, блин, Ваня, задолбал ты уже. Черт подери, да что происходит-то здесь, а? Давайте подхилимся. Так, перебинтовались, нормуль. Здесь чисто. Перезаряжусь. Ага, вон он бегает, упырь. Да какого лешего? Я не могу понять. Кто-то сзади, что ли, бомбит? Вроде как чисто. Этот уже тут... Ну ты бы еще прям ко мне бы сюда подбежал бы. Все, ты меня разозлил. Так, давайте-ка этого ликвидируем. На, ну, пыль. Да получили. Убийство егеря. Это егерь у нас тут оказывается. Ну что же, вижу еще троих по карте. Один бежит куда-то ко мне, по ходу дела. Нет, нет, нам этого не надо делать. О, а вот он. Выстрел в голову. Так, ну что, давайте. О, ё-моё, он сзади. Давай, ты прячься, блин. Ну, теперь вылази. Вылази, тебе сказал, упырь. Так. Добиваем его. Все, нормуль. Лучше и пожелать нельзя. Так, одна цель еще осталась у нас. Граната, ё-моё, сматываемся. Ваня, давай, подожми. Переждем-ка мы лучше здесь это все дело. Да кто... Ох ты, ё-моё. Ребят, я понял, стреляет вообще. Вон оттуда, с дальней платформы. И по ходу дела то ли снайпер, то ли еще кто-то. Довольно метко. Метко он попадает по мне. Черт, тут даже не спрятаться. Совсем плохо у нас с житухами, ребят, совсем. Ох, даже не знаю, вон он, вон тот чепушило как раз стреляет. И здесь еще один бежит, а? Черт, сейчас добьют, по-моему, ребят, меня. Ё-моё, я еле увидел, не успел среагировать. Смотрел на того, а здесь, как вы видели, уже появился второй. Вот тебе, блин, и нормал. А что будет, если на хардкоре, а? Так, вот она, граната эта. Давайте отсюда сваливать. Ну что же, давайте займемся. Где он там? Так, вон он бегает. Черт, эти мешают всякие тут. Ну-ну. Спрятался, а. Выбежит, нет? Идет. Промазал, блин, ну... Вот тупырь. Ну, а этого хотя бы...
Да их тут целая куча, вы посмотрите, ребят. Один вниз, другой вверх. Иди сюда. Не добили, сейчас добьем нафиг. Почти на нуле. У меня еще и патроны кончаются, да? Всего 5 осталось. Это очень отвратительно. Где он тут сидит, не могу понять. Ага, вижу. Сейчас мы его накроем медным тазом. Прям в чайник. Должно, по крайней мере... Да, да, именно так. И все, и каска только слетела. Ух, меньше одним стрелком стало. Но, тем не менее, здесь, ребята, какая-то еще полная заваруха. Так, вижу, внизу кто-то один бегает у нас. Мне бы выследить этого стрелка и накрыть его. Так, вижу. И у меня очень мало патронов. Так, а этот появился уже. Фух, 3 патрончика осталось всего лишь-то. Это никуда не годится, нафиг. Да что такое-то? Опять там со всех сторон по мне палят. Пистолет, что ли, бомбить? Я не знаю, у меня патронов очень и очень мало. 74 у меня. Ага, бежит, бежит, красавец. Иди сюда, высунься. Добиваем. Убийство пехотинца. Я надеюсь, у него хоть боеприпасы-то есть. Да как так? Я не понял. Кто стреляет? Не врублюсь. Такое ощущение, что откуда-то отсюда. Но здесь никого нету. Просто никак здесь до меня не дострелить. Значит, откуда-то спереди. Черт, без патронов очень хреново. Что-то мне показалось, что здесь что-то промелькнуло. А, высунуться просто. Ясно. Бежит, бежит лопух. Ну что же. Патронов надолго не хватит. Есть, в принципе, вариант дождаться. Опа, на, ничего себе ты там кульбиты делаешь. Ну что ж, давайте его тогда ликвидируем. Причем, да, я его спокойно убил, а он меня почему-то не видел. Долго соображал. Нужно найти еще патронов. Ваня, я понял, что надо найти патроны. У нас всего 3 патрона. Да кто ж тут бомбит-то по мне, а? Где он сидит? Не вижу нифига. Это что, загораживает мне? Ну тут вообще никого нету. Ну стреляют с той позиции именно. Так, вижу лопуха. Прячется. Ать, не хватает. А, вот, нормально. Ну вот как так, я не пойму. Вообще жесть, блин. Я по нему даже не смог попасть. Хотя наводил прям в лицо. Блин, а что ж делать-то, а? С ППШ, что ли, бомбить? Боеприпасы мне нужны, это однозначно. О, грохнул его. Надо этих солдат обшмонать. Перепрыгиваем. Ой, да куда ты делаешь-то? Прыжок давай делай. И опять я в тупике, да? Получается так. В тупике и... Так, ну, ниже уже некуда спускаться, там уже просто пропасть. Так, вон у меня основная моя цель. 20 метров до нее, ребят. А там у нас какое-то идет скопление. Смотрите, все спускаются опять. Блин, патронов нет ни одного, абсолютно. Так, ну-ка, может быть, подняться надо? Что у нас здесь? У нас здесь солдат. И опять же нет патронов. Ну-ка, давай-ка. Дай хоть один, хоть 2 патрона. Он мне к автомату только дал. Х-74.
хреново. Очень и очень хреново. Так, они все ближе и ближе ко мне идут. Псих опять этот орет, а? Сумасшедший. Слушайте, я за деревянным корпусом. Может быть, они меня просто... Смотрите, пробивает насквозь. Ёлки-палки. Надо отсюда уходить. Блин, без винтовки вообще не айс. Просто балалайка полнейшая. Да спрыгивай ты уже быстрее. Какого лешего у меня винтовка, когда в ней нет патронов, блин. Выбежит он, интересно, или нет? Да убери ты свою винтовку, Ваня. Вот он тут, за мешками. На, урод. Отлично. Все делается ради экономии патронов, ребят. Потому что вообще полная борода. Все к автомату и к пистолету. Больше ничего. К винтовке даже и не думает мне что-то давать. Вальтер. Вальтер нам не нужен. Ну давай, давай, давай. Поднимайся по лесенке, я тебе сейчас тут нахлобучу. Что-то не хочет. Где-то здесь должны быть они. Да они все поныкались опять, а? Блин, вынуждает меня спуститься. Вон, вон он сидит. Готов. Так, одним меньше. Они тут хоть закончатся вообще или нет? Я их стреляю, их как было тут дофига, так их тут и осталось. Так, вот здесь нам надо установить заряд. Пора сняться с места. Так, поджигаем его. А чё он не поджигается? Чё за бред? Ха, странно. Блин, неужели мне надо будет в него стрелять, а? Походу дела так оно и есть. Ну-ка, дайте-ка я проверю. Что-то нифига не функционирует. Вот не туда еще и стреляю. Так, разду... Ага. Думаю, подрывной заряд в правильном месте. Ага, мне стоит держаться подальше. Да, мне нужно отсюда убегать. Ну что же, давайте тогда отсюда сматываться. И уже будем в него стрелять с безопасного расстояния для нас. А стрелять нам придется аж с противоположной стороны. Да хрена, конечно, тут придется бежать нам. Ну, чё тут еще какой-то хмырь, блин. Не припухли ты, родной, а? Бомбит он по мне. Еще один. На, бочки. Бочки слишком далеко были. Готов. Ну что же, наша цель сейчас найти хорошее подходящее место, с которого мы выстрелим во взрыв пакет. И мост разрушится. По идее, должна эта установка рухнуть. Наверное, будет это выглядеть как-то так. Ну, здесь, по крайней мере, все тихо. Сзади у нас три машины. Ладно, мы их трогать не будем, давайте сюда спустимся пониже. Тут речушка у нас какая-то течет. Мостик. Ну что, в принципе, где-то вот здесь, я думаю, будет оптимальное у нас место. Как раз напротив нас. Так, где он тут у нас находится-то? Ёлки-палки, сердцебиение офигенное. Ага, вот он. Ну что ж, пока. Шикарно. Ёлки ты палки.
Ну? Да-да-да-да. Ох ты. Давай, лети вниз. Ну что же, я так понимаю, в принципе, что основную нашу цель мы сделали. Что у нас тут будет? А, все, ребята. Я сделал так, чтобы нацистское орудие на железнодорожной платформе на мосту Риджелино больше никогда не стреляло. Это значит, что партизаны могут занять эту зону. Надеюсь, это убедит соратников Ангела, то, что мне можно доверять, и союзникам. Также это значительно облегчит союзникам продвижение на север. Так, отлично. Продолжаем тогда с вами. И следующее наше задание – порт Ларина. Ага. Ну что же, давайте тогда побеседуем здесь с ребятами. Отлично сработано с партизанами, Карл. В УСС очень довольны. Равно как и успехами на Сицилии. Я слышал, операция «Эскимос» прошла у вас гладко. А еще слыхал у Эйзенхауэра крупные планы. Высадка на большую землю. Айк всегда мыслит масштабно, Карл. Ближе к делу. Мы разворошили осиное гнездо. Дело пошло. Какое? Данные от информатора? От Дорфмана? Нет, не от него. На этот раз сообщили ребята из воздушной разведки. Где-то здесь порт. На побережье. Немцы что-то перевозят. Есть догадки о том, что именно? Объект сильно охраняется, так что надо думать, там нечто ценное. Оттого я и понадобился. Именно так, дружище. Нужны сведения. Что за груз? Куда отправляется? И что тогда? Судя по всему, немцы делают большие дела. Район в радиусе действия бомбардировщиков. Так что, как закончишь свою работу, что уж, дай отмашку нашим летчикам. Все понятно. Так, теперь нам нужно найти... Ага, вот и рация у нас здесь. Недалече. Давайте вызывать на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышим вас, рыжий лис. На пленке, которую вы забрали с упавшего самолета разведчика, видно, что в порт Ларина переправляется большое количество оружия. Найдите этот арсенал. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Получили еще задание. Так, что у нас? Нет, с тобой мы уже разговаривали. Опа-на, давай-ка, наверное, здесь все заберем. Отличненько. Оу, давайте заберем, наверное, себе каркана. Скользящий затвор. Ну, скорострельность, конечно, мы теряем, но... Так, давайте базарить. Грозный клинок. Это отцовский был. Был? Как-то ночью его забрали люди Бема. С тех пор ни слова, ни вести. Как в воду канул. Сочувствую. Как там сказано у поэта, из искры возгорится пламя. Отец... был той искрой. За ним шли в огонь и в воду. Партизаны? Я не догадывался. Да, мой отец был их командиром. Тяжело им его заменить? Да, нелегко. Пока его тело не найдено, я не оставлю надежды. Надежда дает нам силы. Доволен своей победой у Виадука? Сделал, что просила. Спасибо за это, лейтенант. Но судьба партизан висит на волоске. Нет боеприпасов, топлива, лекарств. О, Мадонна, как же нужны лекарства. Тиф? Волагроэпидемия. У некоторых наших бойцов уже появились первые симптомы. Мы знаем, что фашисты перевозят вакцину через порт. Хорошо бы ты узнал, где он. Попытаюсь. Ангел знает о твоем состоянии. Она наш командир.
У нее есть другие заботы. Без нее мы ничто. Мне показалось, она в себе не уверена. Она встала во главе, когда люди Бёма взяли ее отца. Необыкновенный был человек. Его трудно заменить. Понимаю. Нет, она его достойная преемница. Жаль, сама не осознает. Так его взяли люди Бёма? Мертвым его никто не видел. Должно быть нелегко ей. Не только поэтому, Карл. УСС знала, что ее отца забрали. Но он не считался стратегически ценным. Ему даже не пытались помочь. Ничем! Что-то беспокоит? Некий Латерц, начальник порта. Твой друг? Самый продажный тип, каких видел свет. Конечно, после подлеца Бёма. А, не друг. Он предатель. Многих наших людей отправил на смерть. Наказать бы другим в назидании. Вон как. Ну, вроде бы как все. Со всеми мы поговорили. Получали кучу заданий. И теперь, я думаю, нам пора отправляться на главное наше задание. Так, ну что ж, давайте приступим, посмотрим, куда мы с вами попадем. Ага, мы никуда не поплыли, будем начинать отсюда. Ну что ж, ребята, тогда на этом я буду... Здесь полно охраны. Лучше держаться в тени, если хочу добыть нужные сведения. Завершать свою серию. Всем спасибо за просмотр, и мы продолжим уже в следующий раз. А на этом все. Всем пока и до новых видосиков, ребята. Удачи вам!